Уже почти 20 лет мы обучаем садоводству. И знаете, какие три смородиновые ошибки делает большинство садоводов, которые пока не подписаны на канал «Дачный агроном»? Первое. Не сажайте смородину в тени сада или забора. И не позволяйте кустам загущаться. Второе. Не поливайте смородину кипятком. И третье. Не надо рыхлить и перекапывать землю вокруг смородины. Так вы повреждаете корни, а это плохо для урожая. А вот правильно для смородины – обеспечить ей счастливую жизнь. Для этого нужно подписаться на канал «Дачный агроном» и найти нас в Телеграме. Как правильно посадить смородину? Первое. Подготовьте хорошую яму 40 см в диаметре и такой же глубины в самый раз. Второе. Купите хороший саженец с длинными развитыми корнями. Третье. Сажайте смородину под наклоном, тогда она будет хорошо куститься. Четвертое. Заглублять при посадке на 10-15 см – это правильно. И пятое. Хорошенько полейте куст при посадке несколько раз. И добавьте стимулятор, фитоспорин или триходермин, Байкал и любой другой М-препарат. Получится хорошо. Правда ли, что смородину нельзя сажать по соседству с крыжовником? Считается, лучше не сажать очень близко, потому что у них общие заболевания и вредители. Вообще, монокультура в принципе не очень хороша хоть для ягодных, хоть для картофеля с томатами. И получается, что и смородину со смородиной рядом сажать нежелательно по тем же причинам. Если между кустами будет метр, а лучше полтора, то всем хватит солнышка, воды, питания. Так удобно ухаживать, обрабатывать, собирать урожай. Сколько раз я наблюдала, как садоводы купят саженец с роскошным корнем, выкопают ямку, приткнут его, пыльной землей присыпят и все. Все довольны, все счастливы. Потом пишут в комментариях, что-то у меня смородина уже который сезон сидит на одном месте, не растет, не плодоносит. Мы сажаем смородину на много лет. Так что сразу нужно обеспечить ей счастливое будущее. Заполнить посадочную яму компостом, биогумусом. При посадке хорошенько полить. На один саженец вам нужно хотя бы 10 литров воды. И никогда не перекапывайте землю вокруг смородины. Подпишитесь на канал «Дачный агроном», у нас еще много интересного и полезного. Надо ли укорачивать смородине ветки? Встречаются рекомендации, что сразу после посадки лучше укоротить веточки. Но это, чтобы куст тратил силы не на веточки, а чтобы активнее разрастались корешки. И чтобы потом эти веточки, которые вы укорачиваете, лучше ветвились. Но при посадке осенью я бы не обрезала, потому что любая обрезка снижает зимостойкость. Стричь смородине верхушки – это абсолютно лишняя работа. И смородине она никак не помогает. А вот омолаживающая вырезка ветвей старше 4 лет смородине очень помогает. Рекомендую. У меня на участке растет смородина, и черная, и красная, и белая. За ними ухаживать по-разному или одинаково? Уход за всеми смородинами и даже крыжовником почти не отличается. Красная и белая может сильнее поражаться галовой тлей. Это когда листики вздуваются и могут краснеть. Но и черную смородину любит тля обычная. Так что мы у себя делаем просто регулярные профилактические обработки. Всем! И крыжовнику. Черной смородине нужнее обрезка каждый сезон, а остальных можно омолаживать раз в 3-4 года. А поливы, удобрения и самое приятное – сбор урожая одинаков. Важный совет по ошпариванию смородины кипятком. Как эксперт-агроном, обожаю рекомендации, основанные ни на чем. Ну, то есть на самом деле нет. Во-первых, кипяток обжигает ткани растения. Для эксперимента полейте кипятком комнатный цветок и посмотрите, что получится. Вредители или патогены, которых садоводы пытаются кипятком извести, чихать хотели на эти попытки. Зато обливание смородины кипятком точно вызовет стресс у растения. Затормозит его развитие, снизит урожай. А вот восприимчивость к болезням и вредителям на наоборот, повысит. В общем, не занимайтесь ерундой. Лучше наберите в поиске «Дачный агроном Телеграм» и присоединяйтесь. Мария Цветаева услышала рекомендацию весной полить землю вокруг смородины кипятком и накрыть пленкой, чтобы тепло подольше сохранилось и обеззаразило землю. Что вы об этом думаете, спрашивает у нас Мария. Ничего хорошего не думаем. Точнее, думаем, что так делать не надо. Намного эффективнее взять святой воды, добавить фитоспорина и Байкала и полить не только землю вокруг растения, но и кусту на голову налить. Кстати, способ работает, даже если вода не святая. Рекомендую.
Частый вопрос. Купила смородину в хорошем питомнике, посадила, а она второй год толком не растет и не плодоносит. В первый год задача саженца – нарастить хорошую корневую систему. Но так как смородина – пластичное растение, она и быстро вступает в плодоношение. Уже весной молоденькая смородина будет выбрасывать почки с цветами. И чтобы она не тратила силы зря, в первый год после посадки обрывайте все цветочки. Не ждите, пока завяжутся ягодки. У маленького кустика не хватит сил и на вершки, и на корешки. Тогда на следующий год соседи будут перевешиваться через забор и говорить: «Ой, что это у тебя за сорт? Поделись, дай черенок, дай мне размножить». В общем, не торопитесь. Правда ли, что картофельный крахмал повышает урожайность смородины? Правда, и не картофельный, и не крахмал, а любая органика при внесении под корень. Это может быть компост, навоз, биогумус, это могут быть кухонные отходы и даже прошлогодние листья, сено, солома. Скошенная газонная трава – великолепное удобрение для смородины, ничем не хуже картофельного крахмала. А так, да, повышает. Прочитала в интернете об уходе за смородиной весной и прямо растерялась. Столько всего советуют, помогите разобраться. Рекомендации в интернете бывают двух видов. Первый – от экспертов-профессионалов, которые занимаются коммерческим выращиванием либо ягоды, либо саженцев на больших площадях в монокультуре. Второй вид советов – от опытных садоводов, которые 20 или 30 лет делают вот так, не потому что это правильно, а потому что так привыкли. Чтобы не гадать, кому же верить, подпишитесь на канал «Дачный агроном», найдите нас в Телеграме и приходите к нам на курсы. У нас все грамотно, просто и понятно. Как избавиться от клеща на смородине? Весной некоторые почки могут выглядеть как маленькие капустные качанчики. Они как бы вздутые. Такие почки аккуратно отщипываем в пакет и лучше сжечь, конечно. Потом берем Актофит Фитоверм, добавляем прилипатель и тщательно обрабатываем. Причем обязательно до цветения, сразу после и еще через 10 дней. Одной обработкой избавиться от почкового клеща не получится. Так что правильнее всего делать регулярные обработки каждые 10-15 дней. И лучше нашей любимой баковой смесью и от болезней, и от вредителей. Подробности о баковой смеси смотрите у нас на канале по запросу «Баковая смесь». Очень важный вопрос – как бороться со стеклянницей на смородине? Стеклянница – муховредитель, летит на запах во время цветения. Поэтому обрабатывайте битоксибацилином и лепидоцидом до цветения и сразу после. Стеклянница откладывает в ветку яичко, из него появляется червячок, который хрумает сердцевину ветки. Как только вы заметили, что веточка увядает, листики мельчают и желтеют, цветочки засыхают, сразу хватайте секатор и срезайте ветку до тех пор, пока в серединке остается ход личинки. Никаких эффективных ядохимикатов от нее нет, так что стеклянницу только вырезать и стараться муху отвлекать во время цветения смородиновым вареньем на яблоне или тополе. На всякий случай приманку повесьте, и все будет хорошо. Как долго смородина может сидеть на одном месте? Куст может плодоносить и 10 лет, и больше. Я встречал в брошенных садах и 20-летние кусты, но урожай там, прямо скажем, не обильный. А если вы будете смородину хорошо кормить, регулярно поливать, вырезать старые ветки так, чтобы куст постоянно обновлялся и на молодых ветках плодоносил, 10 лет, и 20, и даже 25 – это, как говорится, гарантия от Творца. У меня старые кусты смородины, и там мелкая ягода. Можно ли старые кустики сделать, чтобы ягоды был вал? Да, можно вырезать старые ветки. Замульчировать приствольный круг компостом, слоем сантиметров 7 или даже 10. Или подсыпать биогумуса, чтобы улучшить питание куста. И в течение сезона регулярно поливать, потому что у смородины поверхностная корневая система, которая быстро пересыхает. Так ваша смородина омолодится и плодоносит будет на отлично.
Нужно ли смородину укрывать на зиму? Смородина очень пластичная культура, адаптивная к разным условиям и климату. Если какие-то почки вдруг вымерзнут, ничего страшного, найдутся запасные. Я знаю питомник, где в декабрьскую оттепель посадили 400 черенков. И уже в июне там такие кусты буяли. Все получилось. Запомните простое правило. Лучше смородину не укрыть на зиму, чем весной облить кипятком. Ни того, ни другого делать не надо. А вот на наш канал подписаться нужно обязательно. Если дача – это для вас место отдыха душой на природе с пользой в виде урожая вкусных ягод, то специально для вас мы ведем ягодный курс. Занятым современным людям наш курс поможет разобраться, как правильно, легко и быстро ухаживать за смородиной, крыжовником, малиной, голубикой, виноградом, даже кизилом и иргой. Мы с Вячеславом – профессиональные агрономы с большим опытом органического земледелия на малых площадях дачных и приусадебных участков. Поэтому вы узнаете экспертную информацию, современные методы и простые советы, которые облегчат вашу дачную жизнь и сэкономят годы накопления горького опыта. Короткие уроки без воды выгодно отличаются от многочасовых вебинаров. На ягодном курсе вы получите прочные знания, которые уже помогли тысячам садоводов и окупились вкусными сочными ягодами. И да, учиться у нас можно из любой точки мира. Записывайтесь прямо сейчас по ссылкам в первом комментарии и описании. Чтобы смородина вас радовала вкусной, крупной, как вишня, ягодой, и чтобы у вас все получалось и все было хорошо, сделайте хорошо вашей смородине. Посадите ее на солнечном месте, где куст будет хорошо проветриваться. Вырезайте ветки, у которых больше 4 ответвлений, и регулярно поливайте вашу смородину. И, пожалуйста, не обливайте ее кипятком весной. Подпишитесь на канал «Дачный агроном». Хорошо будет не только смородине, но и вам.